Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Вот пришла мне посылка с Нижнего от Сергея, от канала Охота на Ков. Вот, сейчас будем делать распаковку подарка, посылки, или как сказать. Вот, что нам тут пасла. Замуровал тут. О, перчатки, варежки. О, и крюк. Ой, нифига себе. Ну какая штука. Это все это для того, чтобы капканы искать в реке. Подойдем только голым руками лазить в холодную воду. И вот будем таким крючком там искать бобров улавливать. Интересная штука. О, на веревочке зацепилась, чтобы не вырвал. Ну, да, интересная штука. Испытаем. О, я перчаток мне послал всякий. Вот, непромокаемые даже, смотри, какие. Это интересные какие тоже вот такие. Нифига себе. Это, да. Что-то там есть. Так, газетку берем. Что такое, посмотрим. Катив. О, нифига себе какой. Обзоры делать будем в штативе. Как там тут подберемся. Интересная штука. Нужная в хозяйстве для нас. Так, сейчас посмотрим, что там находится. Что-то тут завернуто есть. Вот это магнитики. И открытки с Нижним Новгородом. Это печатки Нижнего Новгорода. Красоты Нижнего Новгорода. А тут магнитик. Успехов. Такой магнитик. Вот. Интересно, интересно. Так, убираем. Там вроде еще больше нет. Вот так вот. Так, хотя ноль распечатать не будем. Интересно, посмотрим. Сейчас разберемся в штативе. Вот, штатив. Так. Так вот. Хорошая штука. Нужная, высокий. Вот так вот. Ну, какие перчатки. Топ руки не скользили, наверное, такие. Или. Я себе. О, указ по моей руке. Эти прорезиновые, можно в реке будет лазить, бобров, да, не скользят, хороши, однако, ой, хороши,
Самый раз. Тут даже утепленные окей. Хороши. Так. Вот эта штука будет. Мы будем сейчас возить с собой. И капканы искать. Не помню, что длину учили. А, вот, да. Ну. Так вот. Да. Весной поем за щукой. На жерлице ловить будем щуку и будем выворачивать. Я, конечно, этой штукой будем килограмм по 5 будем сразу и через лунку вытаскивать. Не сломаешь уже, да, зацепим. О, мускул еще высоко. Не додинул немного. Хорошо, однако. Вот так вот. Удобная штука. Вот. Спасибо, Сергей, за подарки. Это прилепим на холодильник. Костятки, конечно, интересные. Наверное, будут. Интересные. Брать под мою лапу. А то я обычно покупаешь, все не налазят. Или налезут, то снять не знаешь как. А эти, смотри, какие хорошие. Хорошие, да? 400. Вот. Так, спасибо Сергею за такие вот хорошие подарки. Так вот. Вот так. То заходите на канал, будет ссылка под видео, ссылка на канал Охота на Коп. Сергей занимается этим даже в поисках сокровищ, да и много всего там снимает, начинающий канал. Помогите ему, посмотрите, может кто-то подпишется. Вот. Обязательно зайдите и посмотрите, а потом, если понравится, подпишитесь. Так вот. А мы сейчас будем рассматривать подарки. Так вот, заходите на канал, под ссылкой дам, будет под видео, на канал Охота на Коп, вот там Сергей снимает. Ладно, всем пока, до новых встреч.